этой неделе ты увидишь меня за рулем такой тачки, что... Сыночек, скоро у тебя день рождения. 18 лет. Мы дарим тебе на день рождения телевизионную программу. Это шоу покажут по всем каналам. Ты будешь знаменит. Вы же мне тачку обещали. Ой, надо же. Стрепенулся. Увидел родителей. Мам. Я с удовольствием приветствую вас на нашем телевизионном проекте «Салют, алые паруса». А шоу о выпускниках и с участием выпускников. Объясни, будь добр, нафига мне это сборище идиотов? Это не слава, это позор на всю страну. Если передача не состоится, ты у меня пойдешь в армию. «Перцы» в среду на 4 канале. Let's see what we can do before I leave these paths. No regrets. The sun didn't rise today. He won't do it today. No way. No way. Dye your hair up. Ready to hit the night. Close in my eyes. No ready to be drunk. No worries. No sorrow. Квартиры-студии от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Жилой комплекс «Тихий берег-4». Сосновый бор, Нижний Исетский пруд, чистый воздух, бесшумные лифты в домах, собственная котельная, подземный паркинг, охраняемый закрытый двор. «Тихий берег-4». Отдел продаж 378-41-44. tberig.ru. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о запрете чиновникам иметь двойное гражданство и счета за рубежом? Если человек находится на государственной службе, он должен заниматься процветанием своей страны, а не процветанием другого города или другого государства. Потому что не должно быть в высшей власти засланных казачков. Потому что они должны служить только своей стране. И никаких интересов за пределами страны не должны иметь. Потому что чиновники должны быть патриотом своей родины, а не какой-то другой.